Счастье летит! Игорь и Олеся Рогова познакомились меньше года назад. Современная романтика через интернет. С первой встречи молодые люди были так очарованы друг другом, что сразу стали жить вместе. И вот в сопровождении кортежа из мотоциклов пара прибыла на праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Искренне верят, что заключение союза в этот день будет способствовать процветанию их семьи. Если все хорошее, почему бы не верить? Главное, что хорошо, главное, что неплохо. Да, не это самое. Праздник не зря праздник, наверное, так и было. Почетные гости праздника – Нина Яковлевна и Григорий Федорович Лаврентьевы. Супруги уже 58 лет вместе. Прошли войну, нажили детей, внуков и даже правнуков. С молодыми делятся секретом семейного счастья. Обидел кто-то что-то, не так слово сказал. Ну, подойди, скажи, прости меня в ресторане. И обязательно прости. Значит, уже конфликт весь ликвидирован. Опять-таки будут поцелуи, самые лучшие будут жены, самые лучшие мужья. Началом доброй традиции стало появление среди молодоженов пар, которые в этот день совершили помолвку и объявили о своем искреннем желании связать себя узами брака. Очень хорошая, мне кажется, заложена сейчас традиция. И ведь на самом деле мы как-то потеряли смысл жениха и невесты, правда? Вот теперь появилась такая точка отсчета, можно сказать, официальная. Подали заявление в ЗАГС, все, они помолвились, они считаются женихом и невестой. Здорово. Праздник этот у нас приживается, это наш российский праздник. И мне очень приятно, и что люди его чувствуют, его понимают, и что у нас в Российской Федерации появился наш всеми любимый праздник «День семьи, любви и верности», который носит такое светлое название. На площади Славы в празднике, посвященному Дню святых Петра и Февронии, приняли участие 12 пар. Всего в этот день в Самарской области больше 400 пар зарегистрировали свои отношения. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.